оздоровиться, похудеть и даже помолодеть мечта любой женщины. И уж тем более после зимней прохлады специалисты рекомендуют принимать натуральный витаминный комплекс. В магазине «Народная аптека» он представлен в виде препарата КМ. Оценили его и мужчины. Мне очень понравился, я пропил курс, вот вернулся еще. Ну, чувствую как бы разницу, прилив сил. В состав КМ входит каменное масло, масло ядер грецкого ореха, кедровая живица. Поскольку здесь присутствует у нас каменное масло, соответственно, ваш организм будет снабжен магнием, хромом, цинком и марганцем. Причем, принимая три капсулки этого препарата ежедневно, ваш организм будет обеспечен хромом на 75%, а витамином Е вообще на все 100%. Большой выбор живых витаминов для детей – это таежик и не болей, укрепляйка, здоровейка, перга сушеная. Великолепным средством для оздоровления и очищения организма считается лиственничная губка, состоящая из компонентов, расщепляющих жиры. Семначил имеет такие же свойства. Стройность гарантирована. Но не только семначил употребляют для профилактики атеросклероза и нормального функционирования головного мозга. Рекомендуют и другие природные жиросжигатели. Вот она у нас представлена в двух вариантах. Яблочная клетчатка с зеленым кофе и яблочная клетчатка с ананасом. Это прекрасные источники витаминов. Это растительные волокна, которые, не перевариваясь, проходят по нашему кишечнику, освобождая его от каких-то ненужных, застойных моментов. Ну а ряд косметических средств, кремы, бальзамы, тоники значительно расширен. В натуральной алтайской косметике прибавилась косметика краснополянская, мыло, шампуни, бальзамы, новинки, гидролат из местных трав и масляные коктейли для кожи, лица и волос. Магазин «Народная аптека» расположен в гипермаркете «Магнит» на Новой Заре, в торгово-развлекательном комплексе «Олимп» и на торговой галерее напротив «Детского мира». Елена Всецина, Николай Тихонов, телекомпания «ФКТ».